Сергей Носов вручил ключи от новых квартир. Жители 10 аварийных домов на улицах Дунайская, Тимирязева, Салтыкова-Щедрина и Красногвардейская к Новому году переедут в 3 малоэтажных жилых дома. Хороводы вокруг елки с Дедом Морозом устроили горожане. Таким образом развлекали жюри смотра конкурса «Лучший дом, двор, подъезд». Чем удивили и кто стал победителем? Глава города обозначил сроки реконструкции моста на улице Фрунзе. Работы должны начаться и завершиться в следующем году. Вариант с двухлетним сроком не рассматривается. Здравствуйте, в эфире Тагил ТВ. Итоговый выпуск новостей. Мои коллеги и я, Александр Мешков, готовы рассказать о событиях четверга. Глава города Сергей Носов вручил ключи от новых квартир тагильчанам. Жители 10 аварийных домов на улицах Дунайская, Тимирязева, Салтыкова-Щедрина и Красногвардейская к Новому году переедут в 3 малоэтажных жилых дома. На церемонии вручения работала наша съемочная группа. Глава города Сергей Носов к церемониям перерезания ленточек на сданных объектах, по собственному признанию, относится скептически. Убежден, главное – достичь результата. Это наша работа была, мы должны были это сделать. Это указы президента, это... Еще раз повторяю, наша работа и то, что она была все-таки закончена, закончена вовремя, это радует. Пожалуй, самыми заинтересованными оказались жители расположенных по соседству с новостройками домов поселка 10 лет октября. Добившись переезда буквально через дорогу, они внимательно следили за тем, как идет строительство. Тут ежедневно были, как говорится, и делегации от них, и смотрели ход строительства, начиная с самой черновой работы и до самых чистовых работ. Так что общественный контроль был в полной мере. Жители знали, куда поедут и как все это строится. Сравнивая прежние условия проживания с новыми, новоселы не скрывают удовлетворения. Так или иначе, из 1-3-20 века перебираются, условно говоря, в 21-й. Конечно, все благоустроено, конечно, есть ванна, конечно, есть горячая вода. Все проведено, все, надеемся, все качественно сделано. Здесь очень все красиво, и есть балкон. Это, ну, были, наверное, самые главные впечатления про балкон, что вид на пруд. Строительство новых домов создает хорошую перспективу развития микрорайона. Планы на этот счет уже есть. Дело за их воплощением. После переселения жителей старые дома в поселке 10 лет октября будут сносить. Люди говорят, наблюдать за этим процессом им будет тяжело. Но надеются, новое жилье станет для них не менее родным, чем прежнее. Алексей Алексеев, Александр Штраух, Егор Егошин, новости Тагил ТВ. Если с экономикой не получается, валить все на политические интриги – это неправильно. Сергей Носов дал интервью окружной телекомпании. Смотрите его в эфире нашего круглосуточного канала 25 декабря в 18:40. Глава города обозначил сроки реконструкции моста на улице Фрунзе. Сергей Носов настаивает, работы должны начаться и завершиться в следующем году. Вариант с двухлетним сроком не рассматривается. Закрытие моста приведет к изменению движения общественного транспорта и переброске его на недавно построенный мост-дублер. Мы постараемся сроки установки и закрытия самого моста сдвинуть несколько ближе к лету. Там еще есть вопросы подготовки. Но предварительные графики – это... февраль-октябрь. Напомним, признанный аварийным мост на Фрунзе был построен еще в 1962 году. В бюджете города на следующий год уже заложено 20 миллионов рублей. Еще 170 миллионов на проведение работ Нижний Тагил получит из региональной казны. Общая же проектная стоимость реконструкции моста на улице Фрунзе оценивается в 500 миллионов рублей. Генеральный подрядчик для реконструкции Нижнетагильского цирка до сих пор не определен. На портале госзакупок тендер на 317 миллионов 608 тысяч рублей пока не разыгран. Тем временем здание сотрудники цирка к ремонту и к зиме подготовили. Сегодня в гостях у цирковых побывала Наталья Филимонова. 12 должно быть. Это то, что лопнуло вот в этом отопительном сезоне. К счастью, в цирке не было никого, рассказывает Руслан Марчевский, а то без травм явно бы не обошлось. Горячая вода могла обварить хоть персонал, хоть животных. Старые батареи заменили времянками, чтобы хоть как-то обогреть помещение зимой. За каждый метр разрушающегося здания новый директор очень переживает. Руслан из династии циркачей. Родился, говорит, на гастролях в Кисловодске и всю сознательную жизнь разъезжает с родителями по миру. Поэтому цирк он не просто любит. Для Руслана Марчевского это родная среда. Мы здание законсервировали, чтобы оно еще больше не разрушалось, чтобы оно не промораживалось, потому что те деньги, на которые рассчитывали на ремонт, смета составлялась 2 года назад.
Соответственно, другие были цены, и все было другое. Сейчас этих денег на все не будет хватать, естественно, и наша задача сохранить то, что есть, чтобы хоть на этом сэкономить и не тратить лишние деньги. Самая большая проблема, говорит Руслан Марчевский, худая крыша. Из-за влаги разрушаются стены, намокает и мебель. Из гримерок все перевезли на свалку. За лето сотрудникам удалось очистить помещение от мусора и накопившегося хлама, рассказывает руководитель. И сейчас все ждут, когда определится генеральный подрядчик и начнется ремонт. Сегодня-завтра должен закончиться конкурс на генподрядчика на ремонт цирка. Он, возможно, скорее всего, может быть, даже продлится еще до недельку, чтобы до декабря успеть. Но сейчас мы просто ждем, чтобы опять не сорвалось. Ждут начала ремонта в цирке все без исключения. Хочется начать работать в полную мощь и дарить тагильчанам праздник. Ждет возвращение на работу и часть сотрудников, которые в данный момент находятся в отпусках. Это работники активного периода. Это униформисты, контролеры-билетеры, гардеробщики, уборщики. Ну и, конечно же, наши специалисты, еще осветители, звукооператоры. Вот, ну вот, вся постановочная служба. Долго ли продлится новогодняя сказка в Нижнетагильском цирке, непонятно. Эти пустующие площади должны в скором времени преобразиться, надеется Руслан Марчевский. Наталья Филимонова, Павел Охотников, Павел Соложнин. Новости Тагил ТВ. Часть остановок общественного транспорта не соответствует требованиям. Это стало одной из тем на заседании комиссии по безопасности дорожного движения. В ходе обсуждения затронули и строительство новых объектов. Какие имеются претензии к остановочным комплексам и где появятся новые остановки, расскажет Антон Исаев. Место за моей спиной является остановкой общественного транспорта. Однако ни разметки, ни специального кармашка здесь нет. Водители маршруток высаживают пассажиров прямо на бордюр, а иногда и на пешеходный переход, что является не только грубейшим нарушением правил дорожного движения, но и создает серьезные помехи для других водителей и пешеходов. По улице Пархоменко проходят три городских маршрута. Пассажиропоток постоянен. Транспортные компании с проблемой остановочных комплексов обратились к главе города. Помимо Пархоменко сложная ситуация и на улице Металлургов на Тагилстрое. Там посадка-высадка происходит на трамвайные пути. У Металлургов это трамвайные пути, которые еще были там в 50-х, 60-х годах. Получаются остановки, все стоят на трамвайных путях встречного направления. Высадка и посадка пассажиров на трамвайных путях. Автоинспекторы утверждают, водители, которые производят посадку-высадку пассажиров в неположенных местах, постоянно выявляют и штрафуют, проходят рейды на проблемных участках. Однако, по словам начальника отдела ГИБДД, необходима комплексная работа. Те мероприятия, которые нужно сделать и запланировать, там очень серьезные в организации в этом месте, на улице Металлургов, остановочного комплекса, потому что с правой стороны, кроме как у нас суда Тагилстроевского, да, и Комсомольской, на этом протяжении одной остановки нет. Сергей Носов на заседании комиссии по безопасности дорожного движения дал указание управлению городского хозяйства детально разобраться в ситуации. Также внимание нужно уделить и новым остановочным комплексам. В администрацию города поступает обращение от жителей Гальянки с просьбой сделать остановку у физкультурно-оздоровительного комплекса «Президентский». Сейчас некоторые автобусы останавливаются непосредственно на проезжей части. Нам надо посмотреть то ли маршруты, то ли изменения, дополнения к маршрутам. Но еще раз повторяю, посмотреть остановки, где можно было. Может быть, надо что-то вырезать, бордюр и сделать там ближе, значит, надо посмотреть где. Также Сергею Носову доложили о решении проблемы со стоянкой маршрутных автобусов на Уральском проспекте. «Газели» парковались на проезжей части и создавали серьезные помехи для пешеходов и водителей. Недавно здесь произошло серьезное ДТП, в котором пострадал подросток. Маршрутки временно убрали за трамвайные пути. Вскоре их перенесут на постоянную парковку у пристани. Антон Исаев, Любовь Шевченко, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Перерегистрация Уралвагонзавода Свердловской налоговой инспекции принесет в региональный бюджет дополнительно порядка 5 миллиардов рублей. Об этом неоднократно заявлял губернатор Евгений Куйвашев. Договориться о процедуре, по его словам, удалось с президентом России Владимиром Путиным. У специалистов эта ситуация вызывает вопросы. Выгода есть, безусловно. Процедура начата, она непростая. Уралвагонзавод – это крупная корпорация. Не буду сейчас ничего обещать. То, насколько это возможно скоро, мы обязательно и поможем, и перерегистрируемся сюда.
Пресс-служба предприятия и правительство Свердловской области отвечают на запросы отказом от комментариев. Соответствующей информации у них нет. На сегодняшний день юридический адрес Уралвагонзавода, Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28. Налоговое администрирование действительно осуществляет инспекция номер 8 по Санкт-Петербургу. Отчисления происходят в соответствии с законодательством. Налоги корпорация оплачивает согласно налоговому кодексу во все уровни бюджетов столько, сколько обязаны юридические лица платить зарегистрированные в Российской Федерации. То есть от того, в какой налоговой инспекции будет администрироваться Уралвагонзавод, ничего не изменится. Под Нижним Тагилом построят первый в России центр испытания беспилотников. Сейчас проект проходит госэкспертизу. Центр построят на базе экспериментального аэродрома «Салка» Нижнетагильского института испытания металлов. Общая сумма финансирования порядка 2 миллиардов рублей. Эта база необходима разработчикам беспилотных летательных аппаратов, чтобы у них были условия, место, время. Это как на земле, так и в воздушном пространстве для проведения испытаний на уровне конструкторских разработок. На создание первого в России центра испытания беспилотников претендовало несколько предприятий, однако выбор был сделан в пользу уральских. Деловой журнал Forbes назвал Владислава Тетюхина одним из героев года. За уральского предпринимателя проголосовали читатели издания. Напомним, Владислав Тетюхин несколько лет назад продал свои акции титанового предприятия и вложил все деньги в строительство Уральского клинического лечебно-реабилитационного центра в Нижнем Тагиле. Деловой журнал Forbes признал Владислава Тетюхина одним из лауреатов в номинации «Филантроп года». Хороводы вокруг елки с Дедом Морозом устроили жители Нижнего Тагила. Таким образом развлекали жюри конкурса смотра «Лучший дом, двор, подъезд». Чем удивили и кто стал победителем, смотрите в сюжете Анны Хабаровой. Четвертый год подряд две соседки создают праздничную атмосферу во дворе. В прошлом году заняли третье место в предновогоднем городском смотре-конкурсе. И в этом решили традиции не изменять. Фигурки из ледышек сами заливали водой и краской. А снеговиков из-за теплой погоды пришлось делать из фильтров. Потрудились так ударно, что перечислить все сложно. Ну вот Мишку медведя сделали, Машеньку сделали, улиток сделали. Пальмы, деревья. Лебеди потом, там поставили. Вот. Лебеди в прошлом году были. Нет, черных лебедей. Ага. Вот зайца сделали, там тоже пальма. Клоуна сделали, обезьяну сделали. Вон. Много сделали. А в этом дворе уже готовы праздновать Новый год. Комиссию на «Космонавтов-9» встречают костюмированным хороводом. Идеи у инициативной группы появлялись по ходу создания фигурок. Боялись рассказывать, что из-за оттепели они распадутся. Трудились над городком до позднего вечера. И все получилось. До 11 вечера люди приходят с работы и до 11 вечера. А я так вообще с некоторыми энтузиастами прямо в течение дня здесь оставались и делали, потому что некоторые работы приходилось днем выполнять, так как освещение и прочее. Причем мы сделали это на перспективу, то есть с учетом того, что потом это на будущие года пригодится сразу, чтобы установили некоторое оборудование, которое снимать нет необходимости. Смотр-конкурс «Лучший дом, двор, подъезд» проводится с 2009-го дважды в год, в преддверии Дня города и новогодних праздников. В этот раз от жителей поступила 21 заявка из трех районов. Члены комиссии говорят, в первую очередь обращают внимание на креативность. Ну, во-первых, как жюри обращаем внимание на что сделано самими людьми. Именно вот какие-то поделки, да, скульптуры из снега. Ну и на оригинальность, конечно же, как все это будет представлено. Как видно, этот год у нас со снегом очень так печально, но жители все равно удается сделать фигуры, как мы видим, вот даже вот на этом объекте. По итогам смотра конкурса первое место занял двор на Заре 11, второе – Космонавтов 9, третьим стал адрес Свердлова 9. Анна Хабарова, Александр Штраух, Егор Игошин. Новости Тарьютов. Акция нашего телеканала «Новогоднее окошко» набирает обороты. Сегодня к ней присоединился Центр детского психического здоровья. Здесь проходят лечение и реабилитацию дети с серьезными расстройствами. Это очень важно. Вот, участвовать нам в этом чудесном конкурсе «Новогоднее окно», потому что мы имеем возможность представить ту работу, которую дети выполняют своими руками. Ведь многие из наших ребят не карандаш в руках с трудом держат. Снеговики и елочки выложены руками детей. Воспитанники специально вырезали из бумаги ладони и складывали фигуры. Снежинки сделаны в технике квиллинг, требующей немалой усидчивости. Новогоднее окошко детского центра осталось только украсить гирляндой. Если вы тоже хотите принять участие в акции нашего телеканала, то позвоните нам, и мы покажем ваше новогоднее окошко.
Ее называют «девочка, которая поет». Тагильчанка Виктория Старикова стала известной во всей стране после того, как мама разместила в интернете песни в исполнении 6-летней дочери. А в этом году Вика стала лучшей в международном вокальном конкурсе. Прекрасные музыкальные данные – не единственный талант юной тагильчанки. Чем еще она может удивить, расскажет Тимофей Данилов. Семилетнюю Вику Старикову на просторах интернета все знают как Викторию Викторовну. Ролики, в которых девочка поет и играет на синтезаторе, набирают миллионы просмотров. Хотя сама Вика даже не считает себя интернет-звездой. Ну, я не много просто смотрю, за сколько там посмотрела. То есть ты не следишь, да, за... Да не, не очень. Только не понимает. Больше всего следит папа или мама. В репертуаре Вики десятки песен, от произведений российских исполнителей до нетленного народного шлягера «Мурка». А поклонники творчества юного дарования нашлись даже среди представителей эстрадной богемы. Твое имя обязательно узнают через 10 лет, через 15 лет, может быть, через год. Сегодня столько музыкальных проектов, когда можно о себе заявить. Но то, что ты талантлива, это однозначно. Филипп Киркоров как в воду глядел. В ноябре Вика принимала участие в международном вокальном интернет-конкурсе «Супердети. Поколение М». Говорит, выбрала классную песню, записала на видео и выложила в сеть. Мама просто нашла это в компьютере, и мы там зарегистрировали просто видео. И последний день, когда там было, уже подводили итоги. Но мы там выиграли. Эту песню о тебе постоянно в голове. Вика не только покорила своим пением жюри, но и приняла участие в шоу «Супердети. Новогодняя дискотека», которая проходила в Москве. На одной сцене с ней выступали участники телепроекта «Голос дети». Не по годам раскрывшемуся таланту и трудолюбию Вики можно только позавидовать. Девочка учится в политехнической гимназии, а занятия в музыкальной школе совмещает с тренировками в цирке «Аншлаг». Говорит, увидела в интернете видео с гимнастками и загорелась желанием научиться выполнять трюки не хуже. Как Вики на все хватает время? У девочки есть свой секрет. Мне не очень сложно. Расскажи секрет-то, как ты все успеваешь? Просто мы не всегда остаемся на продленке в школе. Победа в конкурсе позволила Вике и дальше совершенствовать свое музыкальное мастерство. Одна из наград – возможность выступить с участниками проекта «Голос» и обучаться в творческом центре «Эколь». А еще Вика мечтает научиться играть на флейте. Тимофей Данилов, Вадим Усков, Егор Игошин. Новости Тагил ТВ. Дальше только хуже. С экономической точки зрения 2016 год будет хуже, чем 2015, уверены эксперты Royal Bank of Scotland. Целый ряд факторов, которые давили на мировую экономику в этом году – высокий уровень закредитованности, сокращение торговли, ужесточение денежно-кредитной политики, сокращение глобального роста кредитования – только усилят свое влияние на экономику. Но главный негативный сюрприз будет со стороны нефти. В следующем году она пробьет отметку сначала 26, а затем и 16 долларов за баррель. Финансисты утверждают, все дело в падающем спросе при буме предложения. Также шотландские эксперты прогнозируют, остановить падение вряд ли кто сможет. С продолжением экономической темы наша постоянная рубрика. Центробанк России в очередной раз понизил курс американской валюты. Сегодня доллар США стоит 70 рублей 93 копейки, завтра 69 рублей 51 копейка. Единая европейская валюта также сбавила 1,5 рубля. Евро торгуется сейчас на уровне 77 рублей 54 копеек, завтра 76 рублей 4 копеек. На фоне укрепляющегося рубля самый выгодный курс продажи доллара США в банках Нижнего Тагила – 70 рублей ровно, покупки – 69 рублей 55 копеек. Единую европейскую валюту можно приобрести за 76 рублей 72 копейки, реализовать за 75 рублей 87 копеек. Такова была информационная картина дня. Далее новости спорта, а мне остается напомнить, если вам есть о чем нам рассказать, звоните по телефону 41 95 51 или пишите на сайте tagil-tv.ru. Автору лучшей новости, ставшей темой репортажа, приз. Фейерверк «Салют» – подарок от Деда Мороза от спонсора рубрики сети магазинов «Русский фейерверк». Спасибо за внимание, всего доброго. Merry Christmas!
Рубрику представляет компания «Синегорье». «Спутник» вырвал победу у ижевцев. На выезде тагильчане встретились с «Ишсталью». Исход матча решился лишь в дополнительное время. Хозяева льда открыли счет в начале встречи. Удачно сыграл нападающий соперников Артем Воробьев. В начале второго периода Рафаэль Шакуров позиции сравнял. На 42-й минуте Денис Фахрудинов увеличил преимущество гостей. Но защитник оппонентов Евгений Бородин перевел поединок в овертайм. Поставить точку в матче удалось благодаря эффектному броску капитана «Оранжевых» Антона Полищука. 3-2 – победа «Спутника». Впереди у нашей хоккейной ледовой дружины последний игра в этом году с нефтекамским «Таросом». Она пройдет 25 декабря. Тем временем новичок «Спутника» стал лучшим игроком высшей хоккейной лиги. Комиссия по определению спортсменов чемпионата ВХЛ назвала лауреатов недели. В номинации «Надежда лиги» равных не оказалось 17-летнему нападающему Евгению Митякину. На его счету 2 балла в 3 матчах за результативность. Напомню, Евгений дебютировал в тагильском клубе 12 декабря. До этого он играл за «Автомобилист» из Екатеринбурга. Мальчишки равняются на старших. В рамках акции «Хочу играть в баскетбол и жить в Тагиле» прошел предновогодний турнир на Кубок главы администрации Ленинского района. В нем приняли участие более сотни воспитанников Старого Соболя. Первоклассники соревновались в быстроте и ловкости в веселых стартах, а для ребят постарше был проведен настоящий баскетбольный турнир. Победу в нем одержали юноши 2006 года рождения. Тем временем стали известны соперники молодежки первенства России. Подопечные Юрия Шаповалова в январе в третьем туре сыграют с командами МБ-2 из Москвы, Иркутом из Иркутска, Купчинским Олимпом из Санкт-Петербурга и Темп Сумзом из Ревды. На этом у меня все. О главных спортивных событиях города расскажем завтра. Анна Хабарова, Егор Игошин, новости спорта, Тагил ТВ. Хотите пить настоящую родниковую воду? Обращайтесь в компанию «Синегорье», и вам доставят воду из экологически чистого источника, расположенного в заповедном уголке природы. Вода «Синегорская» – залог здоровья и успеха. Телефон службы доставки 40 12 07.